Страшная армия.
Должны задуматься также и о том, достаточно ли
способный честь своим страданиям. Реальный жизнь нашего спорта и нашего города, и организации на нашем пути. И пусть практика подвигнет нас еще более бережным украинцам, священной памяти об этом событии, а также о великом подвиге Богоматери, через который она обрела силу быть представителем и молитвенником. О всех нас. Аминь. Спасибо, Господи.